Калина является одним из наиболее распространенных садовых растений, которое ценится за лечебные свойства своих ягод. Весной калина радует взгляд красивыми белыми цветами, а осенью она покрывается небольшими красными ягодами. Польза калины доказана в доказательной и народной медицине. Она богата минералами, антиоксидантами и витаминами. Ягода ценится за наличие в составе витаминов А, Е, дубильных веществ и пектина. Калина помогает при всех видах простуд, снимает температуру и воспаление. Чай из ягод и коры усиливает потоотделение. Регулярное употребление плодов калины снижает риск развития многих заболеваний, связанных с пищеварительной, эндокринной и сердечно-сосудистой системами. Помогает предупредить злокачественные опухоли и избежать осложнений при беременности. Ягоды калины очень полезны для тех людей, которые имеют дело с вредным производством, поскольку они выводят из организма радиоизотопы. Калина обладает характерным горьким привкусом и ароматом, который пропадает после заморозки. Особенность калины – косточка в форме сердца. Ни одно растение не имеет подобной формы. Благодаря высокому содержанию пектинов плоды используют для приготовления мармелада. Ягоды обладают ярко выраженным кровоостанавливающим эффектом и спазмолитическим действием. Успокаивают нервы, ускоряют восстановление при простуде и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Белые цветки имеют жаропонижающий эффект. Они быстродействующее средство от аллергии. Из отвара коры делают эффективное дезинфицирующее средство. Сок из ягод способствует очистке крови, помогает от головных болей. В комбинации с медом становится действенным отхаркивающим лекарством. Сок из листьев помогает при лечении разных недугов в области кожного покрова. Еще свойство ягод калины замедляет процесс старения организма. Польза для женщин, предупреждает возникновение женских заболеваний, является эффективным средством при цистите. В свежем виде ягоды помогают вылечить мастопатию, способствуют улучшению состояния кожи, волос и ногтей. Польза для мужчин, служит профилактикой простатита, положительно влияет на повышение полового влечения. Защищает организм от бактерий, нарушающих микрофлору мочеполовой системы, снижает риск появления опухоли предстательной железы. Несмотря на всю пользу, есть и противопоказания. Нельзя употреблять при пониженном артериальном давлении, спелые плоды снижают его еще больше. Также противопоказано при заболеваниях суставов, так как большое количество органических кислот отрицательно влияют на хрящи и суставы. С осторожностью употреблять людям, склонным к аллергическим реакциям. Она происходит из-за передозировки витамином С, который содержится в спелых плодах калины. Противопоказано при тромбофлебите. Калина способствует быстрой свертываемости крови. Берегите себя и будьте здоровы!